Ой, скорее сейчас с тобой упадут. Что вы здесь делаете? Здравствуйте. С вами Татьяна Марина и Елизавета Герасимова. Да. Сегодня я представляю. Мы находимся на Майами-Бич. Не перебивайтесь. Мы находимся на Черноморском побережье города Сочи. Не позорь нас. Мы на Майами с тобой находимся. Майами-Бич. Замолчи, слушай меня. Приехали, значит, мы. Вообще мы приехали на турнир. Вот так это. Что у нас? Что-то мой помощник немножечко не может свои мысли. Ну давай говори, ты же не даешь мне говорить. Давай сама говори. Мы тут на телеканале, ты что? Прямая трансляция, давай. Татьяна Ларина, Личика, покажите. Елизавета Герасимова, ну-ка. Внимание, раз. Продолжаем, Татьяна Ларина. Елизавета Герасимова, помолчите. Да, так вот. Шли мы пешком. Я ненавижу ходить пешком. Шли пешком минут 30. И Сережа Герасимов, Захаров, который взял самый наидлиннейший путь. А я ему говорю, краткая сестра таланта, нужно укоротить. И он укоротил. Укоротил. Я теперь, я не знаю, как домой добраться. Это слишком далеко зашло. Ну тут далеко. Это же у нас где-то движется, это наш первый канал. Вот. Елизавета Герасимова, это все правда, что Татьяна Ларина нам поведала? Yes, of course. Ой, давайте... Hello, everybody. Да, стоп. Девчонки, прощайтесь. Передавайте привет родным. Короче, и будем прощаться. Передаю привет папе, маме, бабушке, дедушке, братику, еще двою родным сестеркам, тетечке, дядечке, троюродным племянникам, американцам, мисс Мони, мистер Джоди. Подожди, я еще не закончила. Короче, всем привет, я всех люблю. Эфир выйдем завтра, после матча. Всем до свидания. С вами были Татьяна Ларина и Елизавета Герасимова, которые тоже слова не дали сказать. Ну давай, слово скажи, Лиза. Ничего страшного. Передай привет. Я уже эфир закрыла. Передай привет. Все, у нас эфир. У нас время.
все, заканчивается все. Время, девчонки, закругляйтесь. Лимузин за нами приехал, мы не успеваем. Да. Все, пока.